Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Magic Replay. Первый сервер, мне здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить маник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет новое видео. Я выставил весь наш автопарк семьи, в принципе, и сейчас я вам его как бы покажу. Всего 10 машин, автопарк у нас примерно 55 миллионов, поэтому я думаю, это будет довольно-таки интересно. Погнали! Ах да, сразу извиняюсь, пацаны, за плохой звук микрофона. Это будет последнее, надеюсь, видео с плохим микрофоном, потому что у меня наебнулся, завтра несу в ремонт. Также извиняюсь за то, что может подвисать, потому что здесь дохуища машин. У меня обычно в 590, а сейчас... 50-40. Ну что ж, вот эта красота, в принципе, давайте будем все смотреть. Итак, первые две машины, это у нас крузаки, но в новом отпаке это, если что, кадиллаки. А стоимость каждого 2,5 миллиона, то есть вот перед вами сейчас две машины, это 5 миллионов. Идем дальше. Следующие три машины, это Lamborghini Huracan, потом Mercedes E63 и Maybach. А Huracan стоит 10 миллионов, Mercedes стоит 5 миллионов и Maybach стоит 10 миллионов. Maybach и Lamborghini — это самые дорогие машины в нашем автопарке семьи. Итак, следующие две машины — это у нас два гелика, цена каждого 5 миллионов, то есть это 10 миллионов. Идем дальше. И вот три последние машины — это BMW M5 и 63, 3 штуки, цена каждой 4,5 миллионов. Блин, вот M5 просто очень круто смотрится, прям реально 3 штуки. Конечно, 3 штуки это не... ну, можно было не 3 штуки, я на самом деле... не знаю, может, можно будет одну продать и купить вместо нее что-то другое, только дорогое. Допустим, не знаю, там, даже не знаю, что можно купить за эти деньги, там, Феррари, либо еще что-то. Также напоминаю, что наша семья находится на первом месте среди всех семей на сервере. И напоминаю, что вступить к нам можно легко. Вам нужен 20 уровень, вы должны быть адекватны, в принципе, и вы нужно выучить правила семьи. Все есть в описании, все контакты, правила и так далее, поэтому смотрите в описании. Конечно, наш автопарк не самый дорогой из всех семей, но я думаю, один из самых красивых, это точно. Ну что ж, на этом у меня все, вот такой у нас автопарк. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.